это мясо купил. А, типа запекает? Нет, мясо покупаю, это самое. Ну, иногда, иногда в этом. Как в этом перекрестке. Там бывает, она, они прям свежие приносят куски. И не такой бывает дорогой. Ну туда 239 килограмм. Свинину? Да. И потом как буженину запекают? Хорошую, ты знаешь, я дома. Нет. Как буженину? Делаю я прям на крупную, эту, не на мелкую, а на крупную. Проворачиваю фарш. Угу. И ему ставлю. И котлета? Нет, ставлю ему фарш. А он уже сам туда. Свежий лук. Режется. Котлеты делают? Ну, слушай. Папа, Люля. Не, нет, все. Свежий лук туда. Ни хлеба, ни какого-то мяса. Ты знаешь, Люля, лук такой режет, перчит. Петрушку все туда свежее режет. И все перемешивает как следует. Вот так вот так. Подсолит чуть-чуть, перчик все. И делают всякие штучки. Беленькие, да? А потом как на противень? На противень. Пошли, пошли. И ты знаешь, пошли, пошли. Пошли. Самое главное, что я на рынке покупал по 350. Ты представляешь, приду, мясо. Прямо шейка там, вот как они с этого места. Как это? Яблочко для детей мясо. Принесу, порежу. Оказалось, что кто-то поставил посудомойку. Ничего поставил. Никто не трогал. Лёва, наверное. Нажал? Лёв, ты посудомойку включил, да, Лёв? Пси. А есть? Пси. Пошли на кухне-то кушать. Мы сейчас там все будем кушать. Я буду кушать. Я еще не кушала, Лёвочек. Пошли на кухню кушать. Пошли? Пошли, зайчик. Пошли. И чая будем пить. Вкусненько. Невкусненько? Давай тогда мне. Давай мне. Давай мне. Давай. Не дашь? Вкусненько, значит. Угу. Вкусненько.